Anywhere in the world. Стартовал первый забег женщин на дистанцию 2000 метров с препятствиями. Екатерина Рогозина, Новосибирская область, Екатерина Досейкина, Рязанская, Дарья Фуркала, Челябинская, Светлана Шестакова, Москва, 818 номер, Анастасия Великая, Краснодарский край, 799, Евгения Соболева, Удмуртия, 673, Татьяна Сибряева, Башкортостан, 605 номер, Юлия Зинтерекова, Удмуртия, 675, Диана Тартакынова, Республика Саха-Якутия, 615 номер. Прослушайте имена участников финального забега мужчин дистанции 200 метров по дорожкам. Артур Рейсберг, Санкт-Петербург, первая команда, 20:54. Денис Агарков, Липецкая, Орловская области, вторая дорожка, 21:61. Алексей Кевник, Кировский край, третья дорожка, 21:52. Александр Хюрте, Санкт-Петербург, первая команда Карелии, по четвертой дорожке 21:21, лучший результат забега. Павел Кривихин, Тюменская область, Свердловская область, 21:25, пятая дорожка. И Вячеслав Клещенко, Московская, Волгоградская область, 21:28, шестая дорожка. На дистанцию участницы первого из двух финальных забегов на 2000 метров с препятствиями. Зимний Сибачевский. Татьяна Сибряева из Башкортостана, сейчас впереди. Всего у нас два забега. Оксана Жуковская, Вологодская область, готовится к своей второй попытке. Ну, а прыгнули в высоту, проводит первую попытку. На уровне 2:24. Анастасия Великая, Краснодарский край, выходит вперед. Началась вторая попытка в секторе тройного прыжка. Ну что ж, заканчивается половина дистанции. И снова смена лидера. 3:10.62. Ирина Ильина, Нижегородская область, выполнила свою вторую попытку. В первой попытке 6 метра 44 сантиметра. Екатерина Рогозина, Новосибирская область, сейчас впереди. И уже меньше 4 кругов ей до финиша. 4 минуты с момента старта. Ну, вряд ли удастся ей пробежать быстрее, чем Марии Быковой в этом году. То результат получили 6:05.29. Ну, достаточно активно ведет лидер бег. 3 круга. Екатерина Рогозина. А вот свою вторую попытку выполнила Ольга Кучеренко, Краснодарский край, Волгоградская область. Напоминаю, что в первой попытке 6:68.4 сантиметра она проигрывала Дарье Плишиной.
6 метров 77 сантиметров, и она становится лидером. Посмотрим, чем же ответит Дарья Клишина. И посмотрим, чем завершатся два оставшихся круга первого забега на 2000 метров с препятствиями. Во второй попытке 6 метров 53 сантиметра, и она получает...